Выставка «Любовь Орлова». Она родилась в Звенигороде. Откроется 28 января в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее. Будут представлены предметы, принадлежавшие великой советской актрисе Любови Орловой и режиссеру Григорию Александрову. Эти вещи хранились на даче знаменитой супружеской четы во Внуково. Были фактически спасены актером Александром Олешко, а затем переданы в музей.